Всем привет, с вами Информ ТВ. Буквально несколько минут назад стало известно, что дочь Владимира Политова попала в больницу. Внезапно ее состояние ухудшилось. СМИ сообщили, что дочь Владимира поместили в реанимацию. Она в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Алену сейчас подключили к ИВЛ. Пока что неизвестно, что случилось, но мы будем держать вас в курсе событий. Ранее 52-летний артист делился, что переносил тяжелые операции. Напомним, Владимир стал отцом, когда был безумно популярен. С матерью своей единственной дочери, солист группы «Нана», прожил 10 лет, а после развода Ольга увезла ребенка в Германию на ПМЖ. Владимир поддерживал общение с девочкой, но видел ее нечасто. Тем не менее, Алена папу обожает и, не стесняясь, признается ему в любви в социальных сетях. Говорят, что в обычной жизни Алена никогда не рассказывает друзьям, кто ее отец. Также она не хочет связывать свою жизнь с шоу-бизнесом, поэтому внимание к своей персоне считает излишним.